Сергей и Ольга Коновальцевы выступили в финале чемпионата мира по спортивным танцам. Соревнования лучших пар планеты по европейской программе прошли в Москве в рамках международного турнира «Слава России». Конкуренцию воспитанникам тверского танцевального спорта составили дуэты из 30 стран, в том числе действующие чемпионы мира Бенедетто Ферруджи и Клаудио Кёллер из Германии. Брат и сестра Коновальцевы успешно прошли через сито предварительных выступлений и вышли в финал. В итоге Сергей и Ольга показали лучший результат среди россиян, заняли 4-е место. Чемпионами мира в Москве впервые стали Эммануэль Валери и Таня Кёллер из Дании.